К военной спортивной игре зорницы готовы. Рапорт завала закаменная Кристина. Друзья пограничников из Корфовки и Алексея Никольского всерьез подошли к ежегодному состязанию. Зорницу здесь любят и ждут. Правда, на этот раз команды участников остались без основного состава. Сегодня участвуют у нас отряды друзья юных друзей пограничников. Так как основная команда, те ребята, которые хорошо физически подготовлены, они вот сегодня уехали у нас на соревнования по футболу, защищая честь нашей территории на кубок главы администрации. Где не хватало опыта, ребята справлялись с смекалкой. Полагаясь на знания географии, участники пытались разоблачить интуриста. Подозрительный гражданин с чемоданом и искусственными усами забрел в село. А на мастеровой станции нужно было поработать руками. Подшить подворотничок, ножом почистить картошку, а щеткой сапоги. Развести костер. Маргарита, расскажи, ну ты даже вот сегодня расплакалась немножко, что случилось? У меня никаких заданий не было. Ну, все играли, а я нет. Совсем грустно. Угу. Ну а сейчас как есть задание? Ну как бы да. Маргарита, тебе нравится соревнование? Немного. В ходе двухчасовой игры интересных заданий хватило всем. Участники зорницы на своих двоих или на спине товарищей обижали все село. Дети устали, повеселились, и кое-кто даже оказался на носилках. Исключительно по условиям конкурса, для показательной перевязки. Почему ты больной без сознания? Не знаю. Что с тобой случилось? Ранили, наверное. Упал с крыши. У этой игры было и одно необычное условие. Еще на старте команда из Корфовки Алексея Никольского обменялись участниками. И на дистанции ребятам пришлось учиться находить общий язык с новыми товарищами, осваивать навыки командной работы. Я познакомилась с Корфовкой еще в прошлом разе. Ну и в этом дознакомилась с другими. Самое сложное — это было знамя, когда мы несли. Чему? Потому что мы бежали от самого конца, то есть очень далеко. Самой площади. Участники подружились, обменялись опытом и призами тоже. По итогам дружеских соревнований зорница ничья. Дети получили ценные подарки и под конец смогли увидеть, как настоящая пограничная собака задерживает ненастоящего нарушителя. Евгений Талов, Антон Войцеховский, Телемикс.